Расчистка каскадного пруда на реке Кобылинка стала заключительным этапом благоустройства водоемов и прибрежных территорий в городском округе Люберцы в этом году. Владимир Волков проинспектировал ход выполненных работ и пообщался с жителями. Подробнее у нашей съемочной группы. Это называемое болото было. Здрасте всем. Да. Здрасте. Вот покрышки как раз, которые вспоминаем, мы что было. Да. Было так ужасно. Было отвратительно просто. А сейчас просто красота. Еще в сентябре к Токаревскому пруду было невозможно подойти. Заросшие берега, цветущая вода и навалы сухих деревьев. Благодаря неравнодушным жителям и местным властям водоем получил вторую жизнь. Из водоема данного мы извлекли 46 покрышек, 270 кубических метров отходов. В большинстве случаев это древесные отходы. Сделали нам вид прекрасный. Такого даже не помним, чтобы это было. Теперь, значит, будем обязательно следить за чистотой. Будем поддерживать эту чистоту. Пруд богат не только растительностью, разнообразен и его животный мир. Здесь обитают более 10 видов рыб, черепахи, бобры. А теперь справит новоселье семейство нутрий. Зимой грызунам трудно добывать еду самостоятельно. Вся надежда на людей. Нужно кормить овощами, можно принести хлеб, сухарики. Главное, чтобы нутрии знали в одном месте, где их кормят. Ну вот, домик утеплять сеном. Домик уже подготовлен. Нутрии – это не бобры. Они не могут себе сделать плотину и в ней жить. Поэтому, конечно, от человека помощь им нужна, чтобы они остались, прижились и никуда не ушли. Нутрии всеядны, но кошачьи и собачьи корма, мясо и кости навредят их здоровью. А еще зверьки очень доверчивы, их нужно оберегать от собак. В остальном комфортные условия для жизни и развития популяции грызунов уже созданы. В прошлом году здесь первый водоем был очищен, и мы запустили программу по городскому округу очистки водоемов, рек, ручьев, те, которые заросли с годами, замусорены. Сейчас это очень красивое место, жители восприняли очень позитивно, сегодня собрались, даже такой небольшой дворовый праздник устроили на берегу. Только с начала весны в городском округе Люберцы расчистили 12 водных объектов. В следующем году работы будут продолжены. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев и Артем Морозов. Телеканал ЛТВ.